Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю маринованный имбирь. Приступаем! Итак, имбирь я уже очистила. И с помощью овощечистки буду нарезать на вот такие вот тонкие полоски по направлению волокон. Именно по направлению это делается легко и просто. Если же вы будете здесь это делать, то будет гораздо сложнее, и сами кусочки будут достаточно грубые. И если мы хотим, чтобы имбирь был розового цвета, то делаю несколько таких же полосочек из свеклы. Теперь в баночку я складываю слоями имбирь и между ними несколько полосочек свеклы. Вот так вот. И теперь приготовлю заливку. В кастрюльку я наливаю воду, добавляю соль, сахар, винный уксус. Отправляю на огонь и доведу практически до кипения, но маринаду закипеть полностью не дам. И сразу же горячим маринадом заливаю имбирь. Накрываю крышкой, дождусь, когда все остынет, и затем отправлю в холодильник на 3 дня, чтобы имбирь полностью промариновался. Только тогда он будет готов. Итак, прошло 3 дня, и имбирь полностью готов. Вот такой он получился, достаточно розовый. Если вы хотите не такой интенсивный цвет, то добавляйте меньше свеклы. Можно добавить буквально 2 лепесточка. Но на вкус это никак не отражается, поэтому смотрите сами, как вам больше нравится. Перекладываю его в пенку. И можно подавать к суше, к любой восточной еде, с чем вам нравится кушать маринованный имбирь. Очень сбалансированный вкус получается. А главное, очень полезно и без всяких вредных добавок. Имбирь получается вкуснее, чем в магазине, и уж точно полезнее. Попробуйте приготовить его и вы, и приятного всем аппетита!